Спирт, сделанный в Шотландии, приходит при крепости в цистернах, тут разбавляется водой и разливается в бутылки. Это не розлив Джонни Уокера на Тульском заводе. Это розлив собственной торговой марки, но шотландские спирты. Так что это такое, импортозамещение или брендозамещение? Конечно же, это брендозамещение, а то у нас вся вот эта пресса там говорит, импортозамещаем, у нас рост производства виски. Хера лысого, блядь. Виски как не было, так и нет.